Дорога, проходящая от бани. В первую очередь будет использоваться штатное вооружение, военная техника, штатные средства индивидуальной защиты, а также закуплены новые образцы вооружения, которые позволят более качественно решать те задачи по проведению специальной обработки объектов Министерства здравоохранения и других объектов промышленности, которые находятся в нашем государстве. Будут использоваться и применяться штатные дезинфицирующие вещества, которые находятся на вооружении вооруженных сил, гипохлориты, основа которых является удержание хлора. Подразделение готово выполнять широкий спектр задач, которые будут перед ними стоять. Это непосредственно обработка как внешних зданий, сооружений, так и внутренних объектов, которые будут находиться внутри зданий, сооружений, участков местности, дорог, также техники и, может быть, каких-то других объектов, которые возникнет необходимость по обработке.